И снова здравствуйте, всем привет. Итак, еще вот одна информация. При запуске, значит, ZBrush у вас высвечивается постоянно этот ликбокс. Как его отключить? Заходим в преференции, находим ликбокс, вот эту, значит, вставку, и отключаем вот эту Open at Launch. Вот. И все, при запуске будет вот такой внешний вид. Так, это вот еще одна информация. Откуда она взята? Это с ВК. Подружился я с девушкой, которая тоже занимается 3D моделированием, вот это вот занятием. И вот у нее на этой страничке, на ее страничке точнее, вот эта информация. Итак, теперь по персонажу Люпену. Не удержался, я решил попробовать, как он получится. Ну, в принципе, получился. Возможно, еще ноги нужно потом все сделать, но это уже не суть вопроса. В принципе, смотрится он нормально. Значит так, голову я делал с Купис Альфа 6, кто смотрел, надеюсь, ролик предыдущий. Потом руки, это кисточку. Кисточка у меня есть, где я вставляю вот эти вот разные кисти рук. Потом обувь я скачал в интернете. Те, кто смотрит мой канал, те знают, как я ненавижу делать именно обувь. Но эти вроде подошли почти как у него. Так, дальше что? Ну, одежда, рубашки, так, тело. Тело, значит, давайте рассмотрим. Тело — это MyLaTeX прошлого ролика. Ссылку кину в описании. Значит так, пинджак — это экстракт. Штанишки — это экстракт. Ремень — это... Значит, кисточка. Так, вот этот ремень не нужен. Это delete. Окей. Эта кисточка, значит, получается для полосок. Вот называется она курс Tap Snap. Вот это вот. Вот так она выглядит. В углу, надеюсь, видно. Ну и все. В принципе, ничего тут такого нет. Раскрашивание. И все в таком духе, как и в прошлых роликах на канале. Ничего особо нового нет. Так, анимация у него получилась вот такая. Тем, кому нужна будет эта модель, она в описании, на 14 дней для скачивания. Можно вставлять кости в блендер. Значит, что здесь? Рот отделен. Вот. Можно вставить ему зубы, вставить косточки и делать анимацию мимики лица. Так, глаза. Глаза тут тоже отдельные. Через Alt левая кнопка мыши можно выбрать. Ну вот. Глаза вы можете сделать свои. Ну, в смысле, смоделировать их или там процедурные сделать и использовать уже, вставив косточки, можно сделать анимацию глаз. Ссылку в описании кину. Так, ну и все. В принципе, вот такая информация. Так, здесь еще что еще я хотел показать. Это что, значит, пинжак, если отключить, то вот Люпен именно в черной рубашке, желтый галстук. Ну, штаны все это можно перекрасить, именно сделать более полноценные текстуры со SunStand, тем, кто умеет там работать. Ну и на этом все. Вот такой получился неплохой персонаж. Всем пока.